Всем привет, это канал Кейк ТВ, и я запиливаю точно такой же видос, он уже был, но я его нечаянно удалил. Я хотел с плейлиста удалить, он два раза повторялся, и нечаянно вообще все видео удалил. Я его запишу. Не, речь, конечно, будет другая, но суть та же. Я буду попробовать с партнером. Вот, я взял ярость. Сборщик эликсира, хижина варвара, печь, хижина гоблина, бревно, элитные варвары и адская башня. Вот это я прокачивать не буду, мне это не надо. Здесь просто здоровье прибавляется. А здесь, ну, на один уровень. Более я никогда не пользуюсь, 400. Ну, вот эти так прокачаны. Ярость, чтобы это все ускорять, когда их много будет. Давайте начнем. Попробуем. Так, 9 уровень. Может, он просто слиться хочет. Надеюсь, он не будет сопротивляться. Там у меня ощущение, что я продую этой колодой. Нет, он сопротивляется, и у меня даже интернет тормозит. Чем мне от воздуха защищаться? Можешь магов вместо элитных варваров взять, чтобы что-то было от воздуха. Ладно, давайте ему уже дадимся, это уже однозначно проигрыш. Да, он уже сам понял. Давай, добей уже. Да, у него зеркало было. Ладно, давайте попробую еще раз. Не, можешь реально мага поставить вместо кого-нибудь из этих? Вместо кого такое? Так. Может, вместо бревна? Блин, ну не хочется его выкидывать. А, дайте песты элитных фарваров. Я просто адскую башню буду ставить, как бы. И это, типа, вот элитные варвары. Она оборонять будет. Элитные варвары тоже обороняют. Так, ну давайте сначала корректор. Так, он ставит этих... Хорошо, что я бревно не убрал. Да, надо было мага, но я ступил. Блин, у него этот есть. Да не бей ты. Гоблин, куда пошел? Еще фаербол. Блин. О, мне вышку задел. Ха-ха, лошок. Ладно, уже будем потихоньку атаковать. Вот. Хорошо, что я мага взял время. Потому что от летающего было мало чем защищаться. Куда он стреляет? О, куда он стрелял? И он стал, как всегда, впереди всех. Зачем? Там немного вообще осталось. Ну, наверное, адская башня бесить начинает. И мы ему еще практически ничего не сделали. Так, кривая бреноки, ну ладно. Хоть он добежит, ура. Так, я сейчас думаю поставить гоблинскую вот эту. Не-не-не, лучше сейчас варвара. Иди отсюда. Иди отсюда.
Ну да, конечно. Да, уже понятно, проигрыш. Так, давайте попробуем последний раз уже победить. Сейчас надо победить. Вот тяжело, я даже практически никогда не был. Ну да, по счету один раз где-то играл. Попробовать. Я знаю, он сзади сейчас мага поставит. А нет. Свою хижину тоже. Да сейчас бы элитка пригодилась. И нам вообще минимальный урон нанесли. Так, ну, в принципе, пока все как-то идет так. Ни он мне урон не наносит, ни я ему. Как-то все гладко. Идите отсюда. Давайте поможем этим двум варварам. Поставим мага. Сейчас валькирия всех зарежет, конечно же. Не-не-не-не-не. Маг, почему он всегда впереди идет? Да ему сзади держаться. Ой, чё? Я ничего не стал что-то задумываться. Так. А, все, Валькирия дурацкая, все разрушила. Такая хорошая, такое хорошее нападение было. Ну что, зеркало что ли? Ну хоть ничья будет. Уже хорошо. Энд. Интернет. Но ничья. Уже нормально.
Я тоже использовал хижину гоблинов. Ну, в принципе, все. Видео подходит к концу. Всем пока. Увидимся в следующих видео.